Учительница на Сахалине, которая унизила школьницу из-за одежды, уволилась. С ней провели беседу. Об этом сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух. По ее словам, педагог признала вину и написала заявление на расчет. А перед этим она извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса. Напомню, на одном из уроков в школе города Холмска учитель русского языка и литературы довела до слез свою ученицу, заметив мелкий дефект в ее одежде. А снял это на телефон одноклассник девочки и выложил запись в сеть.